успешной деятельности, чтобы много было интересных статей, чтобы много было читателей. Вот, все самого хорошего. Конечно, процветание. Всем сотрудникам большого здоровья. Спасибо за информацию. Ну, чтобы статьи были интересными и правду писали. Развитие дальнейшего, чтобы все у них было нормально, здоровье сотрудникам, в общем, всего хорошего. Пусть пишут более острые, какие у нас есть проблемы. Быть такой же продуктивно для населения. Желаю больше читателей, больше хороших статей и больше откликов читателей на эти статьи замечательные. Всего самого хорошего можно пожелать. Так, чтобы он пробивал дальше этот родник повыше, чтобы всем было хорошо от этого родника. Также 85 лет продуктивно работать и иметь хороших читателей постоянных.